Следствием установлено, что вечером 22 марта 2020 года в одном из жилых домов Касимова 27-летний местный житель в ходе распития спиртных напитков поссорился со своей родственницей. В результате молодой человек нанес женщине множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений 52-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. На этом преступления мужчины не закончились. В ходе расследования уголовного дела следователи также установили, что в феврале-марте этого года обвиняемый совершил еще несколько преступных деяний. В частности, с целью разбоя он напал на мужчину возле магазина. Он также угрожал убийством двум женщинам, с которыми распивал спиртные напитки. При этом связал одну из них, тем самым лишив ее незаконно свободы. Также он порезал ножом 4 резиновые покрышки на автомобиле, который стоял во дворе его дома. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. К слову, мужчина ранее уже судим.